Здравствуйте, с вами Виталий Орех. Сегодня я расскажу вам о обрезке персика, если он в очень плохом состоянии или подсыхает. В данном случае этот персик заболел, у него отсыхают некоторые даже ветви. И что нужно при этом сделать? То есть он плодоносил, но выдыхался и, возможно, даже повреждена корневая система. Вот с такого состояния я рекомендую обрезать его так, как бы на омоложение, чтобы спровоцировать рост молодых побегов и тем самым укрепить дерево персика. Чтобы сильно укоротить, вот, я буду вырезать здесь на молодой маленький побег, вот эту всю верхнюю часть я вырежу. Вот. Потом эту ветвь я тоже переведу на побеги. Большую ветвь, которая идет тоже в сторону, я ее обрежу, аж здесь переведу на побег. Все это я делаю вот для того, и этот побег я обрежу здесь. Вот что получилось. Да. Скажите, что ты надел? Ну, это я делаю для того, чтобы спасти данный персик. Чем короче вы обрежете, если растение слабое, чем лучше и сильнее оно выпустит побеги, и они уже через год заплодоносят. В данном случае тоже мы видим опушенные почки, это цветочные почки, плоды на этом дереве будут, но он также пустит много побегов, что укрепит персик. Когда персик чахнет, сохнет, нужна радикальная обрезка. Для того, чтобы повысить ему иммунитет, чем больше сокодвижения, чем больше растет новая вегетативная масса, чем больше и лучше укрепляются корни. Поэтому рекомендую вам, если у вас вдруг такой же персик, который приболел и он высыхает, делайте ему короткую стрижку. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. До свидания.